Друзья, переходите в наш новый телеграм-канал. Там будет много эксклюзивной информации, собранной специально для наших подписчиков. Ссылка будет в описании и комментариях, а также в шапке канала. Ксении Собчак вообще все равно, что Борис Корчевников сейчас переживает непростые времена. Журналистка решила публично опустить коллегу ниже плинтуса. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» жестоко высмеяла недавнее высказывание ведущего. Да еще и обвинила его во лжи. Светская львица осветила разговор Корчевникова с Дмитрием Пучковым. Они обсуждали накрученные просмотры на YouTube. Тяжело больной ведущий заявил, что лично разговаривал с основателем хостинга, и тот подтвердил нечестную политику. Корчевников, безусловно, тоже в теме. Ему отец-основатель интернет-маркетинга в России рассказывал, что это все накрутки. Борис, кстати, говорит, что не помнит, как тот выглядит. Но это ничего страшного, главное, аудитория помнит. В общем, собеседники уверены, все искусственно, чтобы сделать их лидерами общественного мнения, а они врут. Друзья, переходите в наш новый телеграм-канал. Там будет много эксклюзивной информации, собранной специально для наших подписчиков. Ссылка будет в описании и комментариях, а также в шапке канала.